Миша, поздравляем с дебютом. Пожалуйста, поделись эмоциями, впечатлениями и сразу же ответь на вопрос, за счет чего сегодня удалось одержать эту важную победу. Спасибо большое за поздравления. Игра была, как всегда, тяжелая. В этой лиге нету проходных игр. Каждый соперник готов играть до конца, не уступать в борьбе, не в игре. Думаю, нам получилось сегодня победить за счет характера, что мы играли до конца. Не стали как бы обороняться, когда было 1-0. Может, за это и поплатились, конечно, но все-таки после пропущенного гола мы собрали силами и еще добавили, и получилось забить второй гол, который оказался победным. Смог ли соперник сегодня чем-то удивить, показать что-то новое, к чему вы не были готовы? Нет, в принципе, разбирали на теории. В принципе, все делали то, о чем нам говорили. Мы ждали агрессивную игру, поэтому нет. Не обошлось сегодня без пропущенных. Что произошло в моменте с голом? Как он возник и почему не удалось его нейтрализовать? Ну, мы еще будем разбирать. Там в центре поля произошла ошибка. И мы там уже в защите пытались догнать. Но, может, чуть неправильно сыграли, надо было свалить. Но будем разбирать вот на теории после игры. Поэтому, думаю, исправим эту ошибку и больше ее не допустим. Ты мечтал именно о таком дебюте за Аланию? Или, может быть, как-то представлял его себе более красочным? Не, и так все супер. Получилось победить, это самое главное. Порадовать болельщиков, которые, мне кажется, я так замечал в игре, не замолкали ни на секунду, постоянно нас поддерживали, гнали вперед. Это тоже их победа, за счет них мы сегодня тоже победили. Спасибо большое, Миша. Спасибо.